Взрыв прогремел в небе над Кубой. Как сообщают очевидцы, незадолго до этого в небе они заметили белый след и нечто, охваченное огнем. Первые предположения местных журналистов были о взрыве военного самолета, однако позже появилась информация от метеорологической службы. По их версии, речь идет о возможном падении метеорита на западе Кубы.